салем, скажи. Салем. Сәлеметсіз дәрмә, қалдарыңыз қалай? Рахмет, ұйқын. Баш аға, қалыңыз қалай? Тамаша. Жақсы, жақсы. Қызыңыз келді ма? Доча приехала ваша? Доча приехала в гости. Вот, знакомься, да. Моя дочь Вера. Вера. Меня зовут Саули. Вера, давай. Очень приятно. Давай мы для нее споем песню, нашу с тобой любимую. А, давайте, давайте. Какую? Озен Минарста. А, ну давайте. А так у нас две же песни. А, ну мы эту еще мало знаем, но попробуем потом и ее. Ну давай, Озен Минарста. Хорошо. Начинай. Хорошо. Сейчас как начинается? Озен Минарста, воин Детанистан. Жайнагай гулли кул. Тебе надо начинать. Да? Угу. Я начала высоко или низко. Сбоку сижу, наверное, плохо, да? Давайте, да. Раз человек снимает, давайте хорошо сядем. Все нормально. Ага. Давай, запивай. А потом я уже буду. Сейчас. Ужин. Өзіммен арыстым, бойында таныстым, жайнағай гүлді құрбын сен, жағда түрді сен. Жаз еді күлкінде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп сыр бойын шарладым, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Алдымда бір бақыт, тұрғанда тіл қатып, тақынып қарын ойлана, әндіптің жайғана. Жаз еді күлкінде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Нұр шашын жазынен, бір назик сезіммен, жүрмін жашың айнайнай, қалыбен қолымала. Жаз еді күлкінде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Ну ладно, наверное, последний. И про чё эта песня? Перевод. Ну, давайте на русском тоже споем. Встретились мы с тобой у реки у одной. Ты как цветок, любимая, явилась предо мной. Улыбкой расцвела, милая ты моя. Где же ты, где теперь? Как найду я тебя? Где же ты, где теперь? Как найду я тебя? Вот, Сауля лучше знает слова, а мама уже все забыла. А я по-русски, я уже забыла по-русски. Она, я вообще по-русски не знала. Она же обрусевшая казачка, это, на русская. Да. Не, но все равно она слова знает. Это про озеро Арыс. А давай еще попробуем про маму. Давайте, давайте. Хоть один куплет. Давайте, она же здесь же была, где-то. Ваши тетрадки. Сейчас. Моя тетрадка, я не знаю, где она. Сейчас найдем. Ну ладно, без этого, без слова. Да, давай. Чечерсин, напевай. Чечерсин сабанарым, жабасам табанарым, а нашим бэрозинсэм табанарым.
шел по плюсе. Неправильно получилось, неправильно. Я ее хорошо не это самое, и мы еще не спелись. Ну ладно. Ну ладно. Не молодые, справитесь. Русскую какую-нибудь выключи пока. Мы какой-нибудь... Которую сейчас? И длинный вечер. Вечер, звездами рассвечен, из краев далеких к нам пришла весна. Снова за окошком слышится гармошка, и душа моя надеждою полна. Нет, нет? Хорошая песня. Так. Учи. Ну учи, чё ж я её сейчас прямо выучу. А чё ж не выучишь? Ой, господи, Вася, как это. Какую? На казахский? Да. Да, ты по картинке, я буду подпевать мелодию, я знаю, буду подмычивать. Как... Вот Тамаша учится. Домамин, Тама Тарса, Суки здесь жаным гасим, Жану Тарса. Тамаша жик сембекен кульбасында, тонықтан балығы лап балу тұрса. Тамаша жик сембекен кульбасында, тонықтан балығы лап балу тұрса. Тамаша тойла олдым, түнін күрсем. Түнде солайдай солу, кенің берсе. Тамаша дүстерің мен дала кезіп, торқалы туған жердің гүлін терсе. Тамаша дүстерің мен дала кезіп, торқалы туған жердің гүлін терсе. Тамаша жүрегіңді ұстамаса, таршылық жан жағыңнан қыстамаса. Тамаша тамаш емес, бірақ та ол, бір мезгіл кетпен көрек ұстамаса. Тамаша тамаш емес, бірақ та ол, бір мезгіл кетпен көрек ұстамаса. Замечательно. Она очень молодец. Красиво поет, очень красиво. Очень, но ей, да, надо хороший немножко голос. Период, ну, распеться. Ну да, да, распев, всем надо распев. Сначала, да, сначала у тебя не так, а вот под конец у тебя голос начал проявляться голос по-настоящему. Да, голос тоже спит же, организм спит. Да, да. Я только-только проснулась. Молодец, замечательно. Очень хорошая песня. Да, очень. Да. А про что песня-то? Да, это про Тамашу, про радость, про гуляние на рассвете, вот. В общем, ну, про жизнь. Коза, да, песни про все идут, да, про радостную про жизнь. Песни же все же о любви. Может, еще поешь, выбери какую-нибудь. Но все равно спасибо. Молодец, Оля, спасибо большое. Голос хороший. Твой голос. Ну ладно. А как только выйдет, где-то она твою песню вставит. Ой, я потом стесняюсь. Тебе, ну тебя черт стесняешься, голос твой будет, и тебя может быть и не будет. Будет, будет. Ой, она очень красивая девушка, ну против нас вообще девушка. А голос твой обязательно будет, как она меня вот питала про южный. Расскажи, мам, что ты про южный знаешь? Да, да, я ей рассказывала. Ага. Меня нету там, но ну, я вот это вот хорошо.